Дорогие друзья, всем привет! Сегодня буду делать еще один любимый салат нашей семьи, который мы делаем на праздники и на Новый год. На новогоднем столе обязательно у нас будет шашлык из какого-либо мяса, и поэтому вот этот салат именно к мясу. Он не тяжелый, легкий, вкусный, сочный, красочный. Итак, что нам понадобится? Нам понадобится морковка по-корейски, огурчики, помидоры и свежий болгарский перец. Что делаем? Нарезаем все ингредиенты, стараемся вот под морковку подстроиться тонкими длинными полосочками. Все это дело перемешиваем и заправляем майонезом. Я нахожусь на правильном питании, себе я могу заправить просто маслом. И я думаю, что ничуть хуже не будет. Здесь остроту, свежесть вот, и какую-то вот пикантность придает именно морковка по-корейски. Она у нас острая, сладкая. Огурцы, болгарский перец, томаты как бы сглаживают ее остроту. Получается очень вкусно, очень. Итак, поехали делать. Салат получается очень вкусный, но, как я вот сказала, при нарезке я удалила семена, помидоры, иначе салат даст сок и будет очень жидким. И если вы собираетесь подать этот салат к столу, то заправлять майонезом нужно непосредственно перед подачей. А так салат получается очень сочным, вкусным, приятного аппетита! Ну, а нас сейчас ждет вот такой вот шикарный предновогодний ужин. Отварная картошка, разделанная соленая скумбрия и такой вот чудесный вкуснейший салат. Приятного нам аппетита!